В Ярославль приехали талантливые школьники из разных регионов страны. Сегодня стартовал Всероссийский молодежный инновационный форум «МИФ Джуниор». Это уникальная площадка для развития и поддержки интеллектуально одаренных детей. Участие принимают школьники старших классов из Ярославля, Иваново, Казани, Краснодарского края и других регионов. Каждый представляет свой проект, темы различные, IT-технологии, бизнес, социальная сфера. Дальше участники будут получать опыт от старших коллег, участвовать в мастер-классах, заниматься развитием своего дела, стажироваться на предприятиях Ярославской области. Конечная цель – начать собственное дело и воплотить идею в конкретный прибыльный проект. Форум поддерживают и региональные власти. Те проекты, которые окажутся самыми лучшими, в дальнейшем будут презентованы и примут участие в битве стартапов в Ярославском инвестиционном форуме. Ярославский инвестиционный форум пройдет у нас, теперь уже можно сказать, традиционно, 27 ноября. На протяжении 3 месяцев, с октября по декабрь 2018 года, с ребятами-участниками нашего форума будут работать эксперты и спикеры регионального, российского, международного уровня. Будут работать с участниками как индивидуально, так и в малых группах. И победитель нашего форума получает возможность реализовать полностью свой проект.